школе грамотного потребителя провели день приема граждан. В основном жители интересовали вопросы, связанные с работой единого расчетного информационного центра. Спрашивали и о поставке коммунальных ресурсов. В частности, можно ли отказаться от централизованного горячего водоснабжения и установить бойлер. Сегодня в Муравленко 262 квартиры уже отключены, в основном по причине задолженности. Но любой собственник вправе добровольно отключить горячую воду, написав соответствующее заявление. Школа грамотного потребителя Муравленко работает на постоянной основе и приглашает горожан к диалогу. Для оперативного решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ жители могут оставлять любые обращения, жалобы и благодарности в группе проекта «Школа грамотного потребителя» в соцсети ВКонтакте.